С прохладой во время летней жары и с теплом в зимнюю стужу. На маршрутах общественного транспорта Самары появятся первые трамваи с системой кондиционирования. Новый подвижной состав, созданный в Минске, Республике Беларусь, прошел приемку и в скором времени выйдет на обкатку. Чтобы водителю выйти на линию на новом трамвае, он должен наездить на нем определенное количество часов, чтобы он к нему адаптировался, понял, как устроены органы управления. Кроме привычных для пассажиров удобств, в новых моделях трамваев есть специальные порты для зарядки мобильных устройств с разными USB-разъемами. Созданы все условия для маломобильных граждан, установлены пандусы и выделены необходимые места. Тут уже также предустановлена система автоинформирования пассажиров, также комплект навигационного оборудования, который также будет работать там в прибывалке, можно будет посмотреть данный вагон, где находится. Внутри салона и снаружи транспорт оснащен камерами, есть средства пожаротушения и медицинская аптечка. Планируется, что новые модели выйдут на маршруты уже совсем скоро. Выйдут они в ближайшее время, в сентябре их уже люди увидят, замелькают, сами видите, трамвай красивый, яркий, поэтому большой плюс для города, спасибо администрации города, области, то, что обратили на нас внимание, мы в каком-то направлении, в положительном двигаемся. Три новых трамвая помогут в обслуживании востребованных и самых загруженных городских маршрутов. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.